Итак, здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Сегодня я даже сяду. Короче, обзор фильма «Я плюю на ваши могилы 2». Фильм очень поучительный. Вот на самом деле говно, но поучительный. Значит, первая часть, там изнасиловали тёлку, она всем жестко вообще там впендюрила, всех убила. Ну, здесь, соответственно, то же самое. Тёлку вызвали на фотосет. Она пришла на фотосет, там русские в Америке фотографируют моделей. Здесь перекликается с программой «Пусть говорят», которая позавчера снималась, сегодня вышла. Тоже там депутат заманивал тёлок, фоткал их голыми, и потом типа, ну, шоу мне её пусси, прогни попу и трахал. Здесь русские. Тёлка отказалась, значит, прогинать попу, ушла, но один из русских пришёл её дома и жестко отодрал. Значит, убил её бойфренда при этом, и... позвал своих братьев, позвал русских братьев, там пришли русские братья, значит, Иван и Николай. Иван и Николай пришли к брату Грише и, значит, тёлку накормили наркотиками, увезли в Болгарию. Почему-то русские в Болгарии живут. Короче, в общем, фильм совершенно адский пиздец, чему учат. Не буду все дальше рассказывать. Во-первых, что касается девушек. Если вас приглашают на фотосет эротический, будьте готовы дать или не ходите. Если вас приглашает парень к себе домой, будьте готовы дать или не ходите. Потому что я думаю, что необходимо протолкнуть законопроект такой в Госдуме, что если девушка была у парня дома изнасилована, то это не изнасилование. Она виновата сама. Дальше. Значит, ну ладно, допустим, она должна была спокойно дать, и все было бы тихо. Но ее изнасиловали и не убили. То есть совершенно очевидно. То есть, ну, как человек сидевший, я понимаю, что если у нее на глазах убили бойфренда, надо было убивать ее и уезжать. Нет, ее похитили куда-то, увезли, мучили. Тоже непонятная аллегория. Кстати, статистика исправлений, как бы, уголовных. Говорит о чем? Если человек сидит первый срок за изнасилование, то обычно это изнасилование, ну, побои, допустим. Если он второй раз сидит за изнасилование, то это изнасилование с убийством чаще всего. То есть он понимает, что терять ему уже нечего. Дальше, чему учит еще этот фильм, что вторая часть все-таки обычно с первой частью говно. «Брат 2», да, вторая часть больше. «Терминатор 2» тоже круче. Но «Я плюю на ваши могилы 2», ну, в принципе, фильм говно. Если вы хотите понять мораль фильма, вот посмотрели обзор, поняли, что идете к парню домой, давайте, идете на эротический фотосет, давайте, или не ходите. Вот основное, если вы кого-то изнасиловали, надо убить. Это я не призываю, это просто логика подсказывает. А если вы кого-то изнасиловали и убили свидетеля, то уж того, кого вы изнасиловали, убить надо тем более. Тоже это всем очевидно, любой дурак этот вывод сделает из фильма. Но, кстати, там где-то было 3 или 4 сцены изнасилования, я даже ни разу не встал. Я вот не знаю, но так омерзительно снято. Прям омерзительно. Отвратительный фильм. Яйца в тиски там. Блять. Короче, кошмар. Если вы собираетесь, но удовольствие не получите, только какие-то юридические выводы и морально-нравственные заметки себе сделаете. Ну, надеюсь, что вам обзор поможет. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.